По осени основной задачей во время уборки урожая является продление плодоношения растений на как можно больший период. Это касается и кабачков в том числе. Для этих целей свекровь посоветовала мне использовать борную кислоту, и результатом я, мягко говоря, впечатлен. В составе этого вещества содержится много бора, который нужен растениям для стремительного плодоношения и нормального развития. Бор содержится в составе большинства химических удобрений, но я рекомендую вносить его напрямую, не переплачивая кучу денег и не подвергая свои растения опасности. Кислота простимулирует обмен веществ, увеличит количество хлорофилла в листьях растения, поднимет его иммунитет, а главное, поспособствует активному развитию органов плодоношения на кабачках. Вносить борную кислоту можно двумя способами. Чтобы приготовить раствор для полива, необходимо на одно ведро воды развести 10 граммов борной кислоты, после чего поливать кабачки по 1 литру на куст по влажной почве. Полив делаем или рано утром, или поздно вечером, чтобы полезные вещества не испарялись на солнце. А чтобы сделать раствор для опрыскивания, на 1 литр воды разводим 1 грамм борной кислоты и обрабатываем по листу в безветренную и сухую погоду осенью. Вносить такую подкормку можно на любых почвах и в любое время развития растения, не только во время плодоношения. Например, борная кислота может простимулировать цветение и формирование завязей, укрепить зеленую массу кабачков и позволит собирать плоды до начала октября. 3 подкормки за сезон будет достаточно, чтобы собрать шикарный урожай цукини и кабачков. Проверено!